Это маленький домик, который находится высоко в горах. Ты уверен, что он заброшен? Да. Бам-бам, бам-бам. Это профессор Реймонд Мелоди из отделения древней истории. Запись номер 2. Это была заброшенная комната замка, в которой мы нашли нечто интересное. Книга мертвых. Здесь я и начал ее перевод. И с помощью заклинаний, содержащихся в этой книге, можно возродить к жизни давно отжившее. Канда. Астрата. Мантос. Носфератус. Канда. С нами. Боже, нет. Нет. Пенни. Привет. Я нашла страницы книги мертвых. Да, я получил твою телеграмму, спасибо. Взгляни сам. Тогда моря были красными от крови. Этой кровью и была написана эта книга. Когда начнем переводить? Сегодня вечером. Да, подожди. Здравствуй, любовничек.
И снова мы забрали душу твоей драгоценной Линды. Ты отправишься обратно. Пожалуйста, Эш. Пожалуйста, не причиняй мне вреда. Я люблю тебя. Нет! Да. Ну ладно. Тогда держись. Все хорошо. Мы только что расчленили твою подружку пилой. И это ты называешь хорошо? Мерзавцы! А ну, верните мне мою руку! Прекратите. Кто смеется сейчас? Вот твое новое место. Ты маленький ублюдок. Тобой все в порядке, дорогая? Я не знаю. Думаю, да. Боже, где мои родители? Что ты с ними сделал? Сукин сын. Я проверил остальные комнаты. Там больше никого нет. Прошло всего несколько часов, как я перевел и произнес вслух первое из заклинаний для воскрешения демона из книги мертвых. И теперь я боюсь, что моя жена одержима кандарийским демоном. Генриетта мертва. Но я спустил ее вниз и похоронил ее. Похоронил ее в подвале. Выпустите меня! Выпусти его! Это ловушка, я знаю. Выпустите его! Быстрее, снимите эту цепь! Помогите! Помогите! Иди к сладкой Генриетте! Сделайте что-нибудь! Oh, my God.
Там что-то есть. Оно живет в лесах. Семь есть. Ненасытный сукин сын. Что это? В 1300 году они называли этого человека небесным героем. Его появление предсказали. Он должен был победить зло. Здесь два заклинания. Чтение первого поможет темному духу обрести плоть. Нет. Нет, нет! Подожди, выслушай меня! Я уже в порядке. Черт, я же сказал, я в порядке! Отлично.
Я проглочу твою душу. Я проглочу твою душу. Глотай. Теперь зло обрело плоть. Чтобы открыть проход во времени и пространстве и отправить зло в прошлое. Начинай его читать быстро. Не смотри, Энни, читай. Амантас, Канда. Канда, дай. За-за-за-зи. Нет. Канда, освободи нас от него. Эргрец. Канда. Боже. Остановить! Помогите! Не очень-то он постарался. Это небесный герой, которого предсказывали. Нет.